уже что-то GTA. Не майнкрафтовское, а другое какое-то. Ну, майнкрафтовское GTA все знают, как выглядит. Это подземелье что-то. Блин, мотоцик. Где мой мотоцикл? Мотоцик. Мотоцик. Все. Поехали за оружием. Они у меня есть пистолет. И у меня мало патронов. Надо как-то на 300 рублей. Но мне на это надо скорость. Тут скорость. Так я не могу говорить. Все. Что, я девочка? Да ну что, на мучачьем велосипеде еду? Нет, да! Ух, чуть лестница не упала. Так, вот и пока, где надо взять. Куда пошел? А, стоять! А вы стоять, что вы сказали? Стоять! Стоять! Ладно, есть как хочешь. У меня, но мне не морозило, а так пустой. И даже мотоцикл, и он себе две части. Так, есть эта граната. Деньги бои. О, 320 рублей. Так, где мой пистолетик? Блин, я пистолеты не могу купить. Так, покупаю пистолет. Все, и патроны. Мне не нужны гранаты, конечно. Мне не нужны гранаты, поэтому я покупаю патроны и иду отсюда. Сейчас пойду я отсюда, а потом поедем еще туда. Все. 488 патронов. Отлично. И где же мой велосипед? Все, поехали дальше. Итак. Все, я как девочка еду до 10 велосипедов. Сейчас поедем вот в тракту искать. Вот нифига себе, сбил машину. Лампа, все. Моя лампа, итак. А у меня... Вот это сине-красное, это полиция! Ламба, ну подожди, ну постой, где? Итак, падай тогда. Ну, Ламба, ты куда уезжаешь? Ламба, стоять! Неудачная съемка. Ладно. Сейчас мы играем. Блин, моя Ламба. Все. Надеюсь, Ламба опять будет. Но раньше бы полиции не было. Сейчас заеду в магазин, у меня есть пистолет, оружие. Итак, пистолет есть? Нету! Да это нечестно! Надо опять покупать пистолет! О, это что-то тайское. Это мой тук-тук. Кто хочет прокатиться в тук-туке?
там забор. Это мой тук-тук. Так, вот, вот магазин оружия. Вот, тут обаживаем. Здравствуйте. Пожалуйста, где мое оружие? Так, где мое оружие? А, возьми. Бери. Так, пистолет. Вот, все, 150. А это стоит 50 рублей. А у меня патронов сколько там? Все. Я жду гранаты. Все, потратил деньги. Теперь идем. Что стоит за покупки? Мы на тук-туке заехали в магазин. Мои деньги! Деньги мои вернулись! Сейчас еще оружие куплю. Так. Поехали в следующий магазин. Там тоже будут деньги. Так, следующий магазин, это у нас теперь будет магазин бургеров. Магазин игрушек, магазин игрушек. Сейчас зайдем. Покупки. Давайте я вас купить. Нету? Ну, мы пошли отсюда. Сейчас у нас нету покупка. Печалька, что покупка нету. Вот этот поехали. Встал на дорогу. Нет, этот не пойдет. О, вот так. Все. Все, так нормально. Пошли. Деньги. Так, где мои прекрасные деньги? Вот они. Чего? А, ну ладно. Так пойдет. Рок-музыкант? Ты что тут делаешь? Не понял. Поехали дальше. Следующий это у нас магазин барана. Блин, мой тук-тук. Если кто меня догонит. Давай где на заправку. Моя тачечка. Ну что такое? Поехали на заправку. Тут там деньги будут. А, фух. Вау, деньги! Ура! Собираю и едем обратно в магазин оружия. А это что такое? Вау, я что, машинкой могу ехать? Она такая бешеная. А что я не могу? Что это за бешеная машинка? Доигрались. Все, теперь давай. Ну давай же ты. Вот, 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 что я говорю. О, 194 рубля получил. Так, здравствуйте.
рыба купит. Разлейте, пожалуйста. Поехали добавить пустынку. Спасибо. Все, поехали. Задача это найти ламбу. Так, тут обычно монстр трав. Нифига себе. Ламба стояла не тут. Даже деньги слова. Ой-ой-ой. Фу. Ёшкин кошки. Тут ёшкин кот. Ё-моё! Ой, дерево сладали. Что такое? Всё, пук-пук. Я вас сейчас пригоню. Все. Один. Я пошел за другими. Мошки. Где ты? Где ты? Ладно. О, все, полиция завоевывается. Ладно, сейчас дойдем этого, который как-то... Который убежал куда-то. Наверное, убежал куда-то и ждал. Мне кажется, тогда доехать туда. Ух ты, сейчас. А это что такое? Помогите, это инопланетяне, помогите. Побегите, инопланетяне, там что? Капец. Куда летишь? Подожди, вот он. Я показалась вообще. Все, проехали. Летим в большой скорости. Все. Так. Я хочу забраться на большую. На большую башню. Ай! Больно! Ноги! Мы даже на гору какую-то большую. Поехали! Поехали!
Все нормально, все нормально. Так. И на ней поехать разбить забор. Ну все, монстр так бросил. А мы сейчас пойдем на вершину горы. Итак, так очень сложно. Так. Ребята, я думаю, на этом можно заканчивать. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Пока-пока.